10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Что за... Почему я не взял? Хуевший разор. Коля воин. Куда я попал? Если это снова 4 КПТС игра. Включу пока песенку. Короче, у меня нет настроения даже на музыку. Я проиграл. У меня лесной легион. Я попал в 4 КПТС игру. И мне сейчас снимет 40 очков за луз. И ничего не сделать. Бегу. Ебануться можно. Пацан, легион колец. Как можно выиграть эту игру? Это просто пиздец. Там ебано в рот. 4 моноберна. Что? Это шутка? Блять. Давай без лагов, плиз. Короче, мне еще лагает. То есть, Дота просто решила зависнуть? Я не знаю даже, посмотрите. Саппорт, Блудсикер, Легион Колес. Раз моноберн, два моноберн, три моноберн, четыре моноберн. Как в эту игру играть? Как? Я просто... Я просто в ахуе. Что это вообще? Куда я попал? Что это вообще? Как в это играть? 4К команда против 4 моноберн? 3 бот. Гениально. Как в это играть? Я хочу трибуну забрать. Я хз как в это играть, честно. Короче. У меня слов нету даже. 4 моноберна. Такого не было, не знаю, месяц. А то и 2. А то и 3. 4 моноберна, когда у тебя команда 4 КПТС.
Not bad. Дестройер против Буды. Ну, по идее, она должна уничтожить его, если он не дал ему. Короче, я понял. Эта игра-то, походу, конец моей жизни. Изи! Пиздец, лоу-скиллы. Ужас. Но они меня уничтожат. Что я сделаю? Я пойду без фарма с блюдсикером. А что делать? У меня лайм пушится. Забирает его, блять. А что мне делать? Я не могу подойти к крипам, у меня просто гениальная команда. Лесной легион и лесной бутсикер. Это по-вашему нормально? Я должен потерять 40 ПТС за эту игру? По каким причинам? И что, должен был ему стан кинуть или что? Или что он хотел? Я должен сапог купить, я не знаю. Может, стик нету смысла. Не, ну и реально, если бурда не выебет этого челика, то... Я хотел смысл вообще играть. Чё, крит прокачать или чё, блин? Нафига мне... Чё у меня зависит? Ау. Короче, не знаю, эта игра... Что очень невезучее. У меня провисает и... Ну и вы сами видите, что дальше. Кроме этого. Я пошел в лес. Или качать крит? Это идиот какой-то, я не знаю. У нас три героя в лесу, получается, фармят. Легионка умирает в лесу. Сори. Хорошая игра. Минус 40 просто так. Без всяких на то причин. Казалось бы... Типа... Всегда есть шансы, да? Но какие тут шансы есть? Что-то я не вижу шансов. Пока. Что ты меня стреляешь, ты чё вообще? Третий уровень. Отлично. Три лесника в команде получается у нас. Отличный пик. Люблю доту. Изи. Изи каточка для меня. Что это за ужас? Почему? Почему я попадаю в эти игры? Почему я буду сейчас терять 40 ПТС? Опа, изи крит. Да-да, настакай мне, давай. Дегенерат. Я даже не смогу этого крипа давить. Да, меня атаку сняло. Отличные пики, и легион в лесу тоже отлично. Не до сих пор ритм. Я просто, вот, у меня... У меня слабо нету. Я такого не видел уже 100 лет. Легион Мидас в лесу. Это ужас. Давай, умирай. Просто умирай. Question.
Хорошая игра, гайс. Очень хорошо. И типа Ice Frog считает, что это справедливо, что я потеряю 40 очков вот за эту игру. Ну, почему бы нет, да. Просто минус 40. Почему? Спрашивается, непонятно. Даже крипов добить не могу, блин, из Power Threat'а. Так долго все, как будто. В 2007 году. Можно прокачать. Не, ладно, стану. Одиночка. Ну, пойдёшь, Shadow Demon меня. А, он уже пошел все. Я видел. Иди ты в жопу, блин. Ублюдок. На саленте. Челик как будто знал, что такая игра будет. А там, блин, мой крик. Иди ты, иди ты нахуй. Сори, но это моё. О, легионка с метасиком. Давай, покажи как надо. Хорош. Хорошо, да. О, хорошо. Хорошо. Хорошо! No mana. No mana. Он мне еще помогает, он типа хочет выиграть. Именно поэтому он взял Блэкситера. Не может вообще ульт не качать, а там 4 моноберна. Нас бруда выносит их, но что толку? Я даже не знаю, что сыграть. Пострадик или что? А что мне еще делать в этой игре? Я пока ничего не буду покупать. Потому что это просто смешно. Ну это ненормальная игра. Вот такое вот, это вот 4К ПТС ху. Тут вообще не надо играть скелетом, понимаете? Тут надо играть мид, ходить и ебать мид. Вот что тут надо делать. О, нормально. Сайленсер. Ну откуда я могу знать, что игра 4К ПТС? Я же не могу этого знать, правильно? А на меня не кинул? ГГ. Ну хоть так. Хоть ты умрешь вместо меня. Прощай. Легион колес, медасик. ГГ вот это. Изи. Или не медасик, не, на ПТ-шку собирает. Да, ПТ-шка. Один хуй он уебан, по мне кажется. Кто вообще в 2014 году в патче 82 пикает легионку в лес? Что это вообще, гайс? Как в это играть? Мне даже что уровня это на 9 минуте. Что это такое? Это игра? Не, я бы, конечно, не ныл, но а что мне делать, кроме нытья, серьезно? Я могу только ныть. Что еще делать? Я же не могу подойти к крипам, например. Или что-то такое. Я могу только ныть. Все, что я могу в этой игре. В таких играх надо идти мид. И просто ебать мид. Один на один. Но откуда я могу знать, что это будет 4К пул? Тут же не написано нигде, что это 4К ПТС. Правильно? Я этого не знаю. Сколько это ПТС и что это за игра будет. Прикольно, да? 10-я минута, 6-й левел. Найс.
Хорошие пики. ДДшка помогает фармить. Поднимаюсь, Из грязи в князи. Седьмой уровень. Вот это да. Давай, 1 на 4 дуэль. Изи дуэль, изи лайф. Четыре монобернера собрались в кучу. Сейчас будем пиздить. Че, серьезно? Я скиллов даже нету. Прокачан. Челик. Ау. Тут бурда должна в соло выиграть, иначе я их узор. Как иначе? У нас в команде все бесполезны, включая меня. А по-другому быть не может. Потому что пик, видите, да? Зачем ты написал лол? Ты что думал? Что я буду типа... Изи катка! Ой, от злости! От злости молния пошла! Ой! Опа, изи! Давай, заруйни мне катку! Опа, изи! Давай, руйни катку, иди, фиг, блядь, с собой курицу. Иисус. На разоре. Так, там руна. Баунти будет, правда? А что мне собирать в этой игре? Может мне некро 3 собрать? Потому что я просто вахаю. Ну бурда в соло выиграл. Хорошо. Это полная херня. Это не игры. Так вот играть. Вот это вот дерьмо. Эй, не умирай. Блять, не добил. Изи. Изи. Не знаю, надо нам некро 3 собрать. Я хз. Пушить вместе, с другой. Ну а чё ещё делать? Хотя ладно. Буду нормально собирать. Пиздец, да? 0-0-0, 35 крипов. Лишняя игра. На нее убили все-таки. Они сюда уже идут, очевидно. Короче, я радик собираю, все. Я лучше на Верочку сыграю, а то это не игра 3. 4К ПТС игра. Вообще-то мы не можем пойти в топ пятером, потому что у нас только один герой. Опрожженный. Интересно, да? Интересная карточка. Ну они им тоже, походу, интересно.
Сален Серина. Против кого? Зачем? Будет секрет пушить по девочке. А представьте, чтоб эта бруда была против меня. То есть 4 края в ряды. Это я просто получаю минус 40, просто так. По фанчику. Потому что тут вообще. Пацаны пикают 2 лесника. Эх, иллюзии, хорошо, помогу фармить. Как бы я хотел, чтобы его просто, не знаю, хотя бы срок сделал, чтобы показывал, сколько ПТС в игре. В среднем. Потому что я бы не стал играть на изилайне такую игру. Это бред. Я просто пошел мид и развивал бы и все. И изикатка. Но вот так вот играть. 0-0-0. Просто фармишь в лесу и все, все что делаешь. И повезло, что за меня попалась бруда нормальная. Которая просто выигрывает сама. А все остальные, они ничего не делают, никто ничего не делает. Этот хуесос, этот лесник плюс лесник. Это вообще ужас какой-то. Страшный сон. Не убивай! Да, я умер, ясно. Ну а что поделать, блядь? Как я могу выжить? Никак. Я выжил. Я переключил ПТ-шку на инту и нажал стик, и изи вышло как-то для меня. А теперь ждем, фармим 260 секунд. Найс. АФК фармит. Классная дота. Интересно. Хэштег интересно. Только не фидим, пожалуйста, Буда. На самом деле можно ульту не качать пока. А, покачать ауру на 2, потому что КД большой. Но я покачаю ульту. А то бывает. Бывает, просто не получаешь, короче. 12 уровень и все. У тебя когда уже прошло. А. Для чего он пишет? Зачем он это пишет? Мы не можем нападать на них просто этих. А че не видишь, у нас легионка с 10 урона, Бладсикер этот с Бладмелом и все. И я полностью голый, я через радик пошел, чтобы выиграть 100%. Какой нападать? Мы их не вынесем просто 5 на 5. Они реально. Мне надо хоть какой-то итем. Кроме радика еще. Я же умру одномерно, моментально. Да, на Рошана можно. Только я хз, я буду прикрывать из леса.
Я не пойду туда. Вот сюда, меня тут убьют просто и все. Эти 4 моноберна? Да лол. Я буду мекаться в лесах. Откусос. Антабин? Нет. Убегай! Че, мы его не убьем? Да мы не убьем его! Блин. Где Бруда? Нам убил. Теперь можно на Рошана. Просто идем тебе на Рошана, а что надо? Хотя у них уже вообще походу тоже нихуя нету. Я лучше на Рошана и закончу. Да. На самом деле я уже по сути был неправ. Мы можем 5 на 5 пойти, в принципе, тут разор уже имеет что-то. В легионке почти был мейл. Короче, Бруда просто выиграла в соло. Вот и все. Вся суть этой игры. Так, мне нельзя, что меня Рошан башил. Ясно. Не, Айгис не получилось взять. Зачем ты не маякуешь, ау? Куда он спешит? Ему что, блядь, на работу надо или? Куда он спешит? Я пойду вот снизу. Не похуй. Конченая игра. Дебилизм, это вообще... Это не дота. Это всю игру АФК фармить. Потому что у нас долбоёбы пикают два лесника. По фанчику. Я походу иду на рекорд. Закончу с 0-0-0. Рекордсмен доты. Ну, Бруда просто вот выигрывает одна игру и все. Потому что 4К ПТС пул. А так? Полный бред. Пойду себе даггер куплю. Сколько там моноберных? Как мы будем хватиться? О, хороший торнадо. Да куда? Короче, так это хуйня, блядь, просто. Дауны умирают. Сори, я не даун. Чё он делает? Зачем? Я вот с 0-0-0 закончу. Я на рекорд иду. Изи. Изи катка. АФК фарм, ничего не делай, получай 5 ТТС. 5, пятерочка.
против 4К уебанов. О, Санси. Крит! Крит, крит, крит! Нету крита. Не пошло. О, один ассист. Гейм импакт! Решаю игру. Один ассист. Изи. А представьте, как было бы противно это стримить, если бы я проигрывал. Дерьмо. А чтобы я проигрывал, без всяких шансов, достаточно просто. Вот, все то же самое, только бруда против меня, и все. Ничего не сделать. Ну, ничего нельзя сделать. Это Dota by IceFrog. Сбалансированная игра, сбалансированная ММЧ. С тебя пикается два лесника, раз, плюс два. Ты стоишь в соло против триплы, ну или против бруды. И сосешь пульт. I amazed he didn't feed bot lane. Sorry. Sorry, что я не нафидил. 1-4-0, хуесос. Ну у меня же не 4 КПТС, как у тебя. Конечно, я не нафидил. Зачем мне фидить? Я буду лапкофармить, блять. По крайней мере. Не умирать. Изи ассист! Два ассиста. Дота 2! Дота 2. Это вот набираешь ПТС и играешь в такие игры. Ну ладно, я выиграл. Грех жаловаться. О, давай, моноберник. Ай, хорош, вкусно. Я жив, сори. Спасибо, Буде. Что это такое? 1-5-0, 1-5-0. Леснички. Дота! Это Дота HypeTS. Играешь просто, хуй знает что. Даже вышку не добил. Чё-то вообще уже не идет. А не надо, молодобёрн! Всё сжёг. Всё ебало сжёг. Да. Смотрим, сколько мне дало сейчас. 5 ПТС или сколько? Или 4? Давай. Покажи мне, сколько у них ПТС. Что это было за игра такая прекрасная? 30 минут? 30 минут счастья. 24. За что? За что мне 24 ПТС? За то, что я просто апкофармил? Великие силы. Вы понимаете вот вообще, да? Вот смотрите. Легион Колесник. 2014 год. Версия Dota 6.82. Смотрим, да, ПТС. Что это? Что это? Что это?
Будет Сикер. Второй лесник. Версия Доты 6.82. 2014 год, почти 2015. Внимание, почти 2015 год. 5.800, пацанам. 1.60, 5.800. Что это? Что это такое? Я на это смотрю, я не знаю, что сказать. Что это такое? Почему я играю там с этими животными? Это же не люди, ну. Казалось бы, вот. Он купил аккаунт или что? Как мы можем так играть? Ладно. Проехали. Да. Ну я выиграл, я поставил 4 балла. Град с меня 6.617. Называется выиграл. Что поделать. Кстати, если кто не в курсе, мне мой винстрик сбили. Вот. У меня было 5 подряд. И вот еще 8. То есть 13 винстрик. Была чистая страничка. И сбили. А вам привуза. Бах-бах-бах. Минус 30. Поебал. Теперь снова винстрик начался. Удачи. Так, ну ладно. Ну я в принципе готов поотвечать на какие-то вопросы пока. Минут 5. Раз такая игра была. Короче, спрашивайте в чат что-нибудь. И все. Сейчас я включу. Нет, еще игра не будет. Не хочу играть. Я всегда играю по одной игре, чисто по желанию, по настроению. Стримлю так редко, потому что по одной игре играю всегда. Даже когда я не стримлю, я всегда играю по одной в любом случае. ВК на хардлайне это полная херня. ВК на хардлайне может быть и нормальным, если там известно, что будет слабый лайн, и из тебя будет спорт хороший. Какой-нибудь лич, не знаю, что такое. Я с Свеном не играю, потому что версии 82 у Свена как бы. Свен это герой, которому надо с БКП от 8 секунд, 8 или 10. Поняли? А в версии 82 БКП 5 секунд, и ничего не сделать. Ты в лайте, если дойдешь с Свеном до лайта, ты пройдешь. Ask FM у меня есть. Ау, Ask FM есть. Чем проблема? У меня есть код. ВК в миде это херня, не надо так делать. Как груду контрить? Ну просто нормальный саппорт, у которого есть мозги и сентри. И все, больше ничего не надо. По ситуации надо покупать. Что могу сказать о лоде? Ничего. Что? Самый бесполезный герой в доте? Ну, Дэчес. Или плохой висп в матчмейкинге. Смогу ли я стать топ-1 Европы? Не знаю. А давайте посмотрим, сколько там сейчас. Надо, чтобы дойти до топ-1. Сейчас я открою. Что это? Дота 2 ладер. Смотрим. Таблицы лидеров. Таблицы пидеров. Этот на первом месте, он мне зарунил игру на УСе. Просто, короче, зарунил.
7408, значит. Смотрим, где я. Так. Я. Вот я, вот мой ник. Это у меня типа сегодня 6541 было. Я апнулся до 6617. Вот, пруф, что-то я. Сейчас буду. Вот. Это я, видите. Поставил себе крестик и пру. Ну я потом нормально поставлю в будущем. Когда там, когда пройдет. Значит, мне надо еще 800 ПТС. Да хуя еще. Смогу ли я быть упадином, короче, не знаю, долго еще. Еще супер долго, короче. Для того, чтобы поднять свой скилл, нужно играть, да, много. И серьезно. Ну, на победу, а не по фану. Когда ты играешь в фан, то ты просто не извлекаешь вообще ничего из игры. Ну, никаких, никакого опыта нема, когда ты в фан играешь. Ты ничего не запоминаешь, твои ошибки не запоминаешь, тебе просто пофиг. И ты не развиваешься особо никак. Я не стримлю за 10 долларов, я за 6 долларов застримлю. Я в любом случае еще застримлю на 6600 игру одну, в любом случае. Я же обещал стримить каждые 100 ПТС, я этого понимал. Я в любом случае на 6600 еще застримлю, но не сейчас, похоже, может. Завтра, может, или не знаю. Я пробовал когда-то стримить. Кроме доты, конечно. Но это никому не интересно. Да нет смысла. Нет, это не я играю в КР, ау. Я каждый день выхожу из дома. Заниматься на турнички. Или в магазин. А я никогда не стримил чаще, я всегда стримил по одной игре. Когда я стримил по КД, то я... Это я был просто вот в кинте и проигрывал. Я не думаю, что кому-то интересно смотреть, как я просто проигрываю. Играю как даун. Я позиционирую свои стримы как, ну не знаю, как гайды по кэрри игре, как типа тащить доту. Чтоб так было, реально, гайды, как бы, что я играл на своем уровне, надо играть редко. Отдыхать, по-моему, а не по КД. Я понимаю, что на Твиче можно зарабатывать, я не могу стримить постоянно. Мне так неудобно играть. Я люблю по одной игре. Скелета порежу. Боюсь. Ну, еще и Сларк. Ладно. Всем пока. Пока все. Удачи.